Эти бумажки давали конвоям, и нас сажали, и друг за другом, как заполнялись эти составы. Да, не были татарами. И никогда мы турками не были. Наше происхождение – это грузинское. Мешхайте местность. Турки есть турки. Какой я турок? У меня вот этот нос похожий на турка. Или лицо, или что. У меня есть дедушкина это, чоха. Ремень. Это сделано в Грузии. И ни в какой другом, в Турции, нигде это не применяется. Это память Грузии. Какого века, не могу сказать, но уже лет 300 этому ремню. Раз батон падлис да, мис бетшим коп танаме мамулеевс ацухепт, арис усамартлобис ганцта. Ис шеурац копилия имит, ром арджерат мати картулобиса да, мат хан татрепс, хан туркепс уцодебен. Я это держу как память дедушки. И буду долго ее сохранять, как память грузинская и как память моего деда. Я чистокровный грузин. Никто мне не докажет, что я не грузин. Я грузин. Вот мои обычаи. Прошу, прошу народ, поймите, нам очень тяжело. Верните наш народ на свою родину. Прошу.